Шокирующий случай произошел в Темиртау. Мать оставила новорожденного малыша на подоконнике в поликлинике. Врачи экстренно госпитализировали ребенка. Каково сейчас состояние подкидыша? И нашли ли мать? Это выясняла Людмила Батюшкина. Этому младенцу всего несколько дней от роду. Врачи поликлиники обнаружили его случайно на холодном подоконнике. Грудничка положили за жалюзи, к тому же он молчал, поэтому нашли его не сразу. Мальчик был завернут в одно одеяльце, и врачи констатировали у него переохлаждение. Все мероприятия, которые оказываются на сегодняшний день в стационаре, они проходят в полном объеме. Как я уже сказала, что ребенок себя чувствует сейчас хорошо. Врачи назвали малыша Батырханом. Сейчас он находится в отделении патологии новорожденных. После проведенного обследования выяснилось, что ребенок родился доношенным и здоровым. Если состояние ребенка будет стабильно, то уже в последующем там будет либо опекунским советом будет оформляться, и дальнейшее пойдет он в детский дом малютки или в какое-то там другое учреждение. Между тем, по словам медиков, таких случаев в последние годы становится все меньше. Чаще от малышей отказываются в роддомах. Приходит где-то 30 недель, уберите мне эту беременность, я не хочу этого ребенка. Мы все-таки уговариваем, говорим, ты знаешь, сколько у нас бездетных семей, которые хотят этого ребенка, ты молодая, это будет здоровый ребенок. О матери Батырхана ничего не известно, но врачи уже установили, что родился малыш не в роддоме. Теперь полицейским предстоит найти женщину, срок беременности которой подходил бы. Но сделать это можно будет, если мать Батырхана состояла на учете. Как правило, в случае подпольных родов нерадивые мамаши детей не подбрасывают, а выбрасывают. У Батырхана прогнозы неплохие. Вот только одежды у малыша совсем нет. Врачи Темиртауской больницы просят неравнодушных помочь с пеленками и подгузниками на первое время. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро, Карагандинская область.